Прогноз погоды на 6 декабря. В Якутске 6 часов утра температура воздуха была -39 градусов, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер слабый. В центральных улицах температура воздуха в 6 часов утра была -45, -38, в Заречье -44, -38, в южных улицах 37, 36 градусов ниже 0, в Вилюйской группе улусов -46, -42, в Нижнеленске -46, -44 градуса, в западных улусах 44 градуса ниже 0, в Колымо-Негирской группе улусов -38, -28, в Янске -50, -39, на северо-западе 39, 33 градуса со знаком минус. В Якутске днем ожидается -37, -39 градусов. Утром слабый снег и туман.